Хей, блин, почему же по самому меню? Ладно, включается. Я просто сворачиваю игру, чтобы нажать на в OBS и старт. Потому что я думаю, если нажму через плюсик, он бывает не запускает. Ладно, погнали. В прошлой серии мы с вами прошли это катакомбы, победили великого некроманта. Так, вот это вот плохо. Ладно, хотя подхил есть. Кто радует? Хотя бы есть отхил. Секретный проход. Нет. Поехали. Что-то мне скажет за эту локацию. Тебе что-нибудь нужно? Да, мне нужно чатик. Текущая локация. Бамбуковые ручьи. Невероятно. Невероятно. Так. А, наверное, после катакомб это зрелище для твоих глаз, как бальзам на душу. Еще бы. Насладись этим видом на всю катушку. Из всех мест, куда тебе предстоит попасть в ходе этого приключения, здесь наиболее явственно ощущаешь себя в отпуске. Попробуй. Просто я и подумать не мог, что в мире есть что-то настолько радостное. Хе-хе. Полагаю, это характеризует скорее склад твоего ума, нежели самер. О чем ты хотел поговорить? Об осколках времени. Что за кристаллы я собираю? Значит, ты... Тех, кто сначала трогает неопознанный магический объект и только потом задает вопросы. Это осколки времени. С их помощью я смогу усилить твои способности. И как это работает? Именно так, как мы это делаем до сих пор. Ты выбираешь то, что тебе нужно, и даешь мне необходимое количество осколков, чтобы я мог сделать свое дело. Я о самом заклинании. Оно сложное, но мне любопытно. А, я занят. Ты о чем-то говорил? Если что-то, что ты можешь мне рассказать? Конечно же, есть. Но сейчас не время. Почему это? Ты у бамбукового ручья. Тут настолько солнечно, сколько это вообще возможно. В этом проклятом мире. И что? А то, что я предполагаю... Так, я предлагаю тебе воспользоваться возможностью и поиграть на улице. Ну, пока. Каев. Троллишь меня, говнюк? Но я, в принципе, качать ничего не могу, поэтому выйти. Не впустишь меня? Не хочет он меня туда впускать, тогда пойдемте дальше. Вау, эти уже у нас прыгучие. Бег наверх. Бамбуковый лес. Делали бы такие на локации, где враги не будут по 100 раз появляться. Это будет бесить. Мне просто нужно было души забрать. А так я мог и там их забрать, ладно. И что она мне дает? А, это для подъема. Понятненько. Понятно, хере на меня какие-то духи летят. Thank you.
Вау, вау. И что, как мне его убивать? Что, он все убит? Манать, он мне хп много потратил, знаете ли. Не-не-не-не. И у меня развилка дойдет. Хорошо, мне можно сюда прийти. Я отхилился. Так, там куда-то наверх проход у нас есть. Ну, проход закрыт мне почему-то. Зачем я бился от вот этих отскакивал, если я могу так делать? Давай, давай, вниз. Ух ты, зараза. Вот черт. Ладно, хотя бы хил. Причем меня не полностью отхилило. Или меня полностью. Давай вкачиваем способности. Улучшением. Что-то я из врагов не видел хила, который выпадает. Мне нужно будет прокачать, да. Блин, косарь, стой. Нихера себе. Это будет легче прокачать сюрикены, чтобы сюда дойти, чем по хилу идти. Да. Ой-ой-ой, я что-то... класс. Одно падение на колье пронзи тебе ужасной болью. Это я уже понял. Ладно, пускай лучше пожрать мои эти... энергию. Кушай, кушай, наедайся. Растения. А, так мне, я думал, им по голове нужно бить. А у них определенный участок сердца. Отлично. У нас ничего не было. Но здесь легко, я буду просто вот так стоять, отбиваться. Черт. Ух. Хил. Отлично. Бля, ну постоянно бить. Постоянно бить тоже не актив. Куда уехал? Вот говнюк. Окей.
Он уехал и пропал. Что-то я здесь еще это не находил секретной комнаты. Тихо. Ой, блин, скоснул меня все-таки, зараза. Каев. Я начинаю подозревать, что ты дожидаешься момента, когда мои реплики о смерти найдут по второму кругу. Пойдут. Поехали. Блин, я ж не думал, что я сдохну. Блин, а чё я этот играю? Вот, ладно, я тупанул. Ой, фух. Просто пронесло. Ты пропадай, ты мне мешаешь. Все? Отлично. Блин, эти меня духи бесят. Их довольно много. Я понимаю, на что они... Почему именно тогда, когда я... Ну ладно. Выше, выше, ну. Я еще плюс не туда, да, пришел? Ладно, хотя бы сохранился. Просто у меня тут было два варианта, куда идти. Ага, мне туда не попасть даже. А как я должен был туда попасть? Не, мне это интересно. Там же... Там проход был. Ну черт. Так. Теперь думать, как мне туда запрыгнуть. Мне нужно... Вон туда! Вон, там есть проход. Я вижу бамбук, который можно сломать. Пошлите, нужно туда попасть. Мне нужен этот сраный осколок. О, ништяк. Ништяк. А, ну кто знал, что он меня раздавит? Да уж, фраза «видели, видел бы кто-то второго парня» тут не прокатит. Черт, и заново, да, херячить? Но здесь хотя бы хилки падают с одних и тех же. Тихо, отстань.
Так, поехали вниз. Так, вверх. Оп, отлично. Штычок. Так, мне кажется, тебе уже пора пропадать, не? А мне теперь нужно будет как-то забраться наверх. Ну, во-первых, я могу первым способом это просто сдохнуть. Давай, давай, вверх. Так, отлично. Поехали. Что ты можешь мне предложить? Чат есть. Босс этого уровня. А, ну что, полагаю, дальше нас ждет встреча с боссом. Босс у бамбукового ручья. Смешная шутка. Ну, просто сама обстановка, сам понимаешь. Ворота, строго по центру. Симметрично расположенные фонари, никакой прокрутки, вот я и подумал. Слушай, ты можешь сколько угодно галлюцинировать с шаблонами и пытаться найти в них смысл, но я же, кажется, тебе сказал, сказал тебе, что здесь у тебя что-то вроде выходного. И что? Ну, а ты сдал бы... А ты бы стал сражаться с боссом в свои выходные? Именно. Так, о чем ты хотел поговорить? Типа говорит, что здесь нету боссов. Хорошо, посмотрим. Блин. Не, это нужно было в косарь бы купить. В смысле ты... А, 250, фу, я думал 500, ну нихера себе. Или здоровье, счета питания сон дает. Окей. Ну поехали тогда. Понятно, что там, да, скорее всего, босс у нас будет. 50 дашь? Да. Отлично. Улучшение. Качать. Тихо. Улучшение. Долг дьявола. Сокращает гонорар... В образ за спасение твоей жизни на 50%. 400 стоит. Я это куплю. Я эту вещь куплю. Оказалось. Блин. Нет, не показалось. Я только что звездочку потратил. Ну что здесь может быть такое? Спуск куда-то непонятно. Но проход большой. Серьезно? Здесь нету босса? В еще грот. Это получается, мы с вами прошли. Ну, 19 минут. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.